Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Мафиоза. И как вы знаете, у нас прошло обновление совсем недавно, но я его буду обозревать только сейчас. В общем, свежее обновление. У нас появляются, ребята, турниры. Турниры начались. Соревнуйтесь в 4 различных турнирах. Это нам все предстоит выяснить, что за 4 вида. Дальше, ребятушки, открывается, ну точнее, вносится в игру новый герой, которого звать Такая Тацу. Я так понимаю, это какой-то самурай. Конечно, хотелось бы его посмотреть, но будем надеяться, что нам попадется противник, у которого он будет, и заодно мы его оценим. Новая арена Япония. Это, ребята, между, по-моему, кладбищем и следующей локацией. То есть это как промежуточная. Вот так вот она выглядит. И грядущий герой — это вот какая-то дамочка у нас появится вскоре. Пока ее пока нету. Прочие изменения. Так, турнир. В главное меню добавлен раздел турниры. Сыграйте в 4 различных вида режима. Одновременные турниры каждые 2 недели. Бандиты. Эпичные выходные. Получите на этих выходных гарантированные карты героев из сундука бандитов. Оптимизация. Так, оптимизировано использование памяти и центрального процессора, графические поправки интерфейса, исправление ошибок. Все, понятно. Ну что же, ребятушки, давайте смотреть, что у нас тут происходит. Так, у меня что-нибудь активно, у меня активно открыто. Давайте, ребята, вскроем и посмотрим, что нам здесь достанется. Будем рекламу смотреть, обязательно будем, чуть-чуть попозже. Сейчас вначале мы посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, ну неплохо, неплохо, я скажу. Угу. Ну ладно, давай смотреть тогда видосик. И открывается у нас 47 монет. Да, очень много, конечно. Ну что же, давайте активировать тогда следующий. Через 3 часа он откроется, а мы пока посмотрим вот эти вот сундучки, которые нам достаются даром. Так, бабуля. Так, у нас ножик и... Ага. Это у нас для кого? А, для профессора. Понятно. Смотри-ка, даже не дали мне просмотр рекламы, как ни странно. Щит для пышки. Опять же для пышки. И для мясника. Ну что же, я доволен. Так, ребят, ну что, давайте, наверное, мы с вами сейчас, подождите, глянем, что у нас тут новенького. Ага, 10 для Тейлора. Вот это вот надо приобрести обязательно. Роберта Псих не хочу. Так, вот это вот. Для Деп надо тоже, ребята, приобрести. Для снайперши, для нашей. И я думаю, что для Стефана Соло массовая стрельба тоже не будет лишней, поэтому тоже куплю. Гарри Наручник. Десяточка, да? Ну, наверное, хватит на этом. Все, ребят. Так, ничего тут новенького не появилось? Нету. Ну, приступаем, как говорится, к игре уже непосредственно. В данный момент я нахожусь в банке. Я все никак не могу перебраться. А, кстати, подожди-ка, ребят. Вот она, эта героиня. Фиона Фони ее величать. По-моему, ее не было доселе. Так, здесь у нас... Ну, вот это я здесь был, ребята. Так, вот. Такая Тацу. Вот у нас новая, ребята, арена. А Япония, она находится как раз между кладбищем и особняком. Вот. Ну, пока и все из того, что новенького здесь ввели. Вот мне хотелось бы посмотреть турниры. Доступно через скоро. В плане. Каждые 2 недели, может быть, время еще не подошло. Ребят, если кто играет в эту игру, напишите, у кого-нибудь уже были турниры или нет. Я вообще-то хотел посмотреть. Может быть, мне нужно обновить игру. Не знаю. В общем, пока продолжаем играть там, где мы находимся. Точнее, в банке. Поехали. Битва. Выбираем. Так, ребята, это моя старая команда. Но довольно эффективная, поверьте мне. И я вот думаю, может быть, ей попробовать сыграть. Или же... Ладно, я рискну. Так уж и быть. Попробуем сыграть этой командой. Разрулим или нет, но последние 2 боя я проиграл, к сожалению. Опа, опачки. Вот это вот, конечно, плохо для меня. Смотри, что делает. Сразу по деп бомбят. Ай-яй-яй, они, видимо, хотят ее уничтожить. Так, ну что же, нам, наверное, скорее всего, придется ликвидировать. Да, я думаю, вот этого лучше убить. Лучше нам его. Быстренько. Иначе он задолбает нас своим кровоизлиянием этим. Это постепенный урон, причем каждый ход. Давай посмотрим, что он будет делать. Ай-яй-яй. Промахнулся, это хорошо, кстати. Тейлора он не стал трогать.
И смотри, у него, ребята, ярость копится офигенно. То есть два хода у него будет соточка. Это плохо. Это очень плохо для меня. Так, ладно. На следующий ход, по идее, ему хана. Этому убийце. Но он сейчас... А, нет, нет, ребят, я вру. Не два хода у него на супер ярость. Так, что тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж вы делаете, ироды? Что ж вы делаете, а? Скажите мне, пожалуйста, на милость. Давай-ка мы с тобой, наверное, возьмем... Давай возьмем провокацию. И разочек бомбанем Тейлора. Вот так вот. Ну что же, будем смотреть, получится. Так, все, ребята, у него ярости соточка. Он все спустил на гайку. Так, ну что же, у нас выбор невелик. Невелик, совсем невелик. Давай сделаем так. И призовем хилбота. И бомбанем. Вот так вот. Ну что же, больше чем уверен, сейчас, конечно, он будет пробивать Тейлора. Так оно и есть. И оставил себе, наверное, на суперудар. Точно, так оно и есть. Слушай, плохи наши дела, плохи. Поехали. Промашку, да, дали? Хорошо, пять раз мы ему все-таки нокаутировали. Промахивается, замечательно. Просто великолепно. Так, ну что же мы будем делать? Давай, наверное... Так, пять раз. Тейлором нет смысла, ребят, стрелять в данный момент. Поэтому мы, наверное, сделаем с вами... Вот так. Да, и давай, наверное, вот так вот сделаем. Замечательно. Ну и разочек стрельнем в Тейлора. Посмотрим, что он будет делать. Сейчас, конечно же, он будет атаковать моего Тейлора. И сразу получать... Пропустил ход он? Ух, парень. На что ты рассчитываешь-то, я не могу понять. Я понял, кажется, на что он рассчитывает. Он хочет сделать супер выстрел. Погнали тогда. Вот таким макаром, ребята. Один раз мы его звезданем, и он будет труп. Не забывайте, у меня супер ярость. Он делает выстрел. Гайка выживает. Он сейчас попробует, наверное, добить. Но у него ничего не вышло. Все, ребята. Я вам скажу точно, что этот парнишка спекся. Спекся элементарно. Смотрите, что мы делаем. Я делаю сюда провокацию. Я добиваю вражеского Тейлора. Вот так это происходит. И еще у меня есть два. Хорошо, короче, смотрите. Делаем вот так вот. Все. У него, ребята, есть массовый выстрел. Соответственно, он будет его применять и будет получать от снайперши. Смотрите, что происходит. Вот и все, ребята, вот ему и кранты. Ну, довольно играбельная, согласитесь, комба. Так что, если кто играет в нее, ребята, прошу любить и жаловать, пользуйтесь на здоровье. Мне не жалко, все для вас. И последний завершающий удар. Все хорошо. Ну что, теперь, наверное, можно нам потестить. Вы просили в прошлых сериях, чтобы я вам показал, кто такой доктор. Иду вам на уступки, ребята, и будем смотреть сейчас доктора. Честно говоря, им нужно уметь играть. У меня пока не очень хорошо получается все это дело. Доктор, ну давай тебя поставим вместо гайки. Вместо гайки мы его выбираем, ставим сюда. Ну, в принципе, команда меня вполне устраивает. Поехали. Так, мы с вами оказываемся на кладбище. И смотрим, кто против нас. Опа-на! Опа-на! А вот это, ребятули, очень плохо. Очень плохо, я вам скажу. Так, ну что же нам сделать-то? Кого атаковать? Ну, во-первых, нам нужно как можно быстрее избавиться от доктора. Чтобы он не применял свою инъекцию. Что он будет делать? Провокацию или что? Сейчас посмотрим, ребята. Оу, погоди, а что так звезданул-то? А, ну сразу 4 раза, все, понял, ребята. Я думаю, что-то не то. Так, ну что, теперь берем деп. И атакуем, опять же, профессора. Опять же, ребят, профессора будем бомбить. Отлично.
Следующий ход, если он сейчас ничего не сделает, ему крышка. Но это будет провокацию брать. Гайка, я больше чем уверен. Если Гайка будет брать провокацию, это плохо. Что думает? Думает слишком долго, мне не нравится. Да, правильно делает. Провокацию на Тейлора ставит. И стрельба по Тейлору. Все, я понял. Так, короче, два выстрела сейчас. Не два выстрела, а два удара мы делаем нашим боксерам. Чтобы снять щит. Все, щит сняли. И теперь... давай, наверное, мы с вами... бросим токсин. Вот сюда. И, наверное, еще можно сделать один выстрел. Вот так вот. Ребят, серьезно говорю, я такой вот командой еще пока не играл. Какой у нас будет сейчас вариант здесь, я не знаю. Опа-на, вот сейчас я больше чем уверен, что он инъекцию сделал себе. То есть у него получается две защиты и две защиты от Гайки. Я не знаю, суммируются они, стакаются или нет. Сейчас мы проверим. Сейчас мы с вами это будем проверять. Так, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Ребята, стакается. Как мы увидели, что это все дело стакается. Все. Сейчас, если он опять так же сделает, мы опять же будем пробивать. Или посмотрим, что он сейчас будет придумывать. Какой суперудар он и кем сделает. Ага, он вызывает хилбота. Ну что же. Хилбота и инъекцию себе. Все, я понял, инъекцию. То есть на два хода он себе сделал защиту. Опять же, ребята, будем бомбить нашим Тейлором. Раз. Два. Три. Так, да, мы его убиваем. Все, доктора больше нету в живых. И теперь будем заниматься, наверное, Тейлором или Гайкой. Сейчас посмотрим, как он будет действовать. В принципе, Гайка может сейчас убить Тейлора, если сделает свои выстрелы полностью. Полностью комбинацию сделает, да. Убила. Ну что же. Теперь нужно, наверное, нам... в принципе, Гайку надо убивать, если честно. Да и Тейлор тоже не особо тут хорош. Ну что же, погнали. Раз. Короче, пять выстрелов, по-моему, у нас будет. Два. Ну, стреляй. Три. Четвертый выстрел. И пятый. Конечно, то, что Тейлор у нас здесь остался в живых, это очень плохо. Серьезно вам говорю. Но мы можем сделать с вами, например, два шприца. Ярость, да, делает? Ага, понятно. Он делает ярость. Так, давай сделаем сюда шприц. Не попали, да? Неактивно, так скажем. Хорошо, давай вот так сделаем. Раз. Два. И шприцом. Вот так вот. Если мы сейчас еще, ребята, сделаем с вами укол на Гайку. Я не знаю, сделаем ли мы успеем. Он хочет, короче, добить сразу же, я так понимаю, да? Делает комбу себе. Делает комбу. Поэтому нам придется с вами использовать защиту доктора. Это вот это, если не ошибаюсь. Да, делает укол союзнику и так далее и тому подобное. Так, делаем. Теперь сделаем вот так. Ну и прострел. Ну давай смотреть дальше, что он делает. Что он будет делать? Он может, ребят, сейчас в данный момент просто с удара убить любого моего героя, применив вот этот вот суперудар. А он, как видите, набирает силу. Но он сейчас не стал ставить щит. Он не стал ставить щит, поэтому это хорошо. Так, ну что же. Давай кинем, наверное, бомбочку вот эту вот. Че, почему не та цель? В плане не та цель, ты о чем? А, ну надо бросить на себя, так все понятно. Ладно, нам это не нужно пока. Как бы нам его подловить, а? Как бы мне его подловить? Как бы мне его ликвидировать? Да побыстрее, желательно бы. Стрельба, стрельба, это не вариант. Оу, тихо, время! Ёпрстая, ребят.
Дождался я, да? Продинамил, пока я думал. Ай-яй-яй-яй-яй, плохо. Все это плохо. Сейчас все равно будет копить. Ага, вот он что сделал. И добьет, наверное, да? Нет, не успел. Ну, еще у него есть выстрел, поэтому сейчас... А, вот так он делает. Да, плохо. Как я тут одним доктором буду, ребята, не знаю. Ну, понимаете, да? Что этот вариант не очень хорош. Про доктора был. Так, да что у нас делает укол союзнику? Накладывай, да. Давай, накладывать. Пускай он потихонечку будет травиться. Хотя, ребята, хилбот его полностью восстанавливает. Вот то, что мы отнимаем у него ядом, он себе восстанавливает. То есть это невыгодно нам. У него 5 ударов, соответственно, 2 удара он сносит и на 3 удара попадает прямо в цель. То есть здесь фейл. Здесь фейл, ну, ребят, вам надо было показать этого доктора, я вам показал его. Давай применим вот эту вот бомбочку. Вот эту бомбочку мы применили. Давай дальше травить потихонечку. Ну, согласитесь, она отнимает довольно прилично здоровье. Но в 2 раза больше отнимает здоровье тому, кто под уколом, ребят, находится. Смотри, сколько восстанавливает у него хилбот. Офигеть. Так, у него, смотрите, 86%. Он хочет сделать опять комбинацию. Комбинацию ударов. Это плохо. Это очень плохо. Промахиваемся еще, а. Мы еще с вами и промахиваемся. Накопил ярость. Ну, за счет ярости, короче, он здесь может победить. Это понятное дело. Все, хана мне. Забомбил. Ну что ж поделаешь. Бывает всякое. Так, ну что, поехали, ребята. Сейчас будем с вами играть своей старой комбой. Хотя нет, знаете, кем мы сейчас будем играть с вами? Я вот в данный момент хочу за Фрэнка Соло. Точнее, Стефана Соло. Вот сюда его ставлю. Что у него тут? Можно прокачать что-то. Сколько стоит? 1000. Мне не хватает денег. Пока. Вот такой, ребята, комбой. Тоже, кстати, неплохо играть. Не знаю, получится у меня пройти или нет. Давайте смотреть. Обычно еще, когда мы берем с вами гайку... Оу, бабуля. Бабуля. Короче, здесь нужно убирать Стефана в первую очередь. Поверьте мне. И я понял, что это за комба. Как она будет себя вести. Здесь весь упор и акцент будет идти именно на Стефана. Поэтому нам нужно его как можно быстрее ликвидировать. Видишь, он тоже суетится, он знает, что это не очень хорошая идея оставлять мне в живых моего Тейлора. Ну что же, если сейчас не добьют моего Тейлора, скорее всего, Стефана отдуплится. Ярс, сейчас будет наручники бросать. В кого бы попадут? В Тейлора. Ну что же, ладно. Тейлор выжил еще. Хорошо. Тейлор выжил. Так, 5 ударов по 50-150. Не получается, не успеем. Тогда придется нам, скорее всего, Деп подключать к этому делу. Поехали. Деп должна добить его с 4-го выстрела. И 5-й выстрел у нас остается для полицейского. Хотя мы можем сделать лучше вот так вот. Да. Все-таки 12% есть какой-то шанс, что он может промахнуться. Оу! Ха-ха! Бабуля-то не привыкла шутить. Сейчас будут уничтожать Деп. Им выгоднее уничтожать именно ее. Ты понял, что бабка делает? Вот так-то. Так, ну что же, погнали. Конечно, нам нужно уничтожать полицейского. Это, кстати, ребята, единственный полицейский в команде мафиозников. Ну, естественно, продажный. Так, в кого? В Деп. Ладно, пускай бомбит в Деп. Так, вот здесь вот интересно, ребята, мы успеем с вами забомбить или нет? Скорее всего, вряд ли. Хотя нет, нет, все отлично, ребята. Полицейского здесь уже нет в живых. Ну что, бабуля сейчас, естественно, будет применять свой выстрел. Либо в Деп, если попадет по Стефаной бабке хана. Бабуля решила так сделать. Ладно, хорошо.
Ну давай, давай, добивай, добивай. Все, Стефана ее сделает, ребят. Спросите, почему? Ну потому что. Вот, она еще и урончик наносит. Великолепно просто. Спасибо тебе, бабуля. Теперь, ребята, нам остается только лишь вот так вот сделать. Сейчас она применит свой суперудар. У меня есть неуязвимость на целый ход. Вы знаете, что это у Стефана такая спецвозможность есть. Да-да-да-да-да-да-да, бабуль. Все, адьюс, аливидерчи. Смотрите, как мы с вами делаем. Чтобы 100% нам здесь не отдуплиться, мы будем ставить с вами вот эту защиту. Два выстрела, которые просто бабулю доведут до грани. Все, и просто ждем. Сейчас либо он выйдет, либо пощады будет просить. Они обычно пощады просят. Но бабуля не из робких. Все-таки решает нас бомбить. У Стефана до определенного количества опускается ХП, и все, дальше он становится непробиваемым. Хоть ты тут что сделай, хоть каким выстрелом, он непробиваемый. Ну, а бабуле, в свою очередь, конечно же, привет с того света. Вот так вот, ребята, это все делается. То есть, вот такая вот комба тоже имеет дело быть. Так что, если кто-то хочет, берите, пользуйтесь. Да хорош оценить, уже оценивали. Мне, конечно, бы хотелось вернуться обратно на... Так сейчас звучит, да? На кладбище. Да, на локацию кладбища и... попробовать все-таки там пройти. Я не могу просто на кладбище все время слив. А слив почему, ребят? Потому что я играю на мобильнике, да? И там не всегда успеваю что-то сделать. Все время отвлекают. Поэтому очень много сливов. Так, ой, я, ребят, не поменял команду. Ох, а вот это, я вам скажу, мощная довольно-таки команда. Очень мощная. Но опять же, здесь нужно нам ликвидировать Стефана. Ну, скажу сразу по чесноку, ребята. Хреновый это вариант. С мясником такая фигня не прокатывает, потому... Почему? Ну, во-первых, у мясника есть двойной выстрел. То есть он стреляет в одного врага, да? И... смотрите. Вот он как делает. И причем у него довольно неплохой урон, вы это сами видите. Очень даже неплохой урон. Поехали. Все равно нам нужно уничтожить Стефана. Все, на следующем ходу ему крышка. Ну, в крайнем случае, ребята, мы будем с вами прикрываться деп. Так, ладно. Теперь уничтожаем с вами Стефана. Это будет делать, естественно, снайперша. Раз, два, три и четвертый, последний выстрел. Все, Стефана нету. Теперь, ребятули, здесь нужно, наверное, скорее всего, полицейского. Знаете, почему полицейского? У него есть спецвозможность, которая бросает наручники. Она ликвидирует мне одну из способностей. То есть, если он мне прикроет вот это вот, на Стефана, то нам крышка будет. Так, ну что же. Здесь можно сделать как? Здесь можно сделать... Блин, он же будет бомбить. Он же будет бомбить, я больше чем уверен. Погнали. Или же сейчас он будет мясником бросать свои тесаки. Вот такой вариант тоже есть. Нет, он решает все-таки добить мне, да? Ладно, все, добил, молодец. Ой, потом уже идет у него на примете деп. Поверьте мне, он будет браться за нее именно. Наручники, только не в Стефана. Фух, повезло нам. Вот сейчас нам крупно, ребята, повезло. Погнали, интересно, мы с вами сможем уничтожить? Да по идее должны. Да, хана этому копу. Ну что же я могу сказать, мясник не должен здесь выстоять, выжить. Потому что Стефана, под своей неуязвимостью, ребята, будет такие финты вытворять. Поехали, простреливать будем в начале мясничка, естественно. Так, давай, давай, стреляй, деп. Нравится мне вот этот ее четвертый выстрел, очень хороший, отнимает много здоровья, так что... Сейчас, конечно, все, деп у нас, ребята... погибнет. Деп погибла, мы это видим. И поехали. Раз, два, три. Сейчас он делает свою ульту, бросает в меня тесак. Естественно, он добить меня не добьет, как бы он ни старался. Если у него, конечно, ульта не там супер-пупер критовая и не супер-пупер прокачанная, тогда может быть да. Но не пробить он меня не должен, ребята. Все, ему хана.
Он сейчас в данный момент подписал себе смертный приговор. Он отнял у меня приличное здоровье. Давай проверим. А что проверять? Вот перестраховка, ребята. Элементарная перестраховка. Все. Ну и что он сейчас? Ну, будет бросать свои тесаки. Дойдет полосочка жизни у меня вот до стальки, и дальше она не опустится. А ему крышка в любом случае. Вот почему всегда в таких командах нужно ликвидировать Стефана. Понимаете, да? Если он остается, то есть тут надо либо Стефана, чтобы не было, либо не было, чтобы Тейлора. Потому что они друг друга компенсируют. Так, ну что, ладно, мы с вами вернули, да, как говорится, должок. И мы обратно переместились с вами на кладбище, это хорошо. Мне, конечно, бы очень сильно хотелось бы получить вот этого вот нового героя, который у нас доступен, но пока нету. Вот именно про самурая я говорю. Ну что ж, давайте, наверное, еще партийку сыграем здесь на кладбище, на этой новой Локи. И давайте-ка мы с вами выберем, может быть, немножко другую комбу. Вместо деп можно, предположим, взять... Слушай, ну почему я не хочу ее менять? Ну, согласитесь, у нее очень неплохой выстрел. У Стефана тоже неплохие данные и показания, при том, что у него остается мало жизни, он просто начинает критовать. Ну, а Тейлор, естественно, бомбит. Мне хотелось бы вот как бы за наемника еще вот за этого поиграть. Его не особо жалуют, но некоторые как-то умудряются. И в последнее время я не замечаю комбы, которая играет со взрывателем. Как-то она отошла на задний план у многих. Так, а что мы можем у Стефана покачать? Тоже массовая стрельба, к сожалению, не могу. У меня не хватает денег. 1000 бакинских нужно. А у деп что? О, у деп аж две способности. Во-первых, снайперша, да? То есть выстрел на прикрытие. И вот этот, кстати, я не понимаю, ребят. Смертельный выстрел. Наносит урон всем врагам. Ну, такой маленький урон наносит, что... Ну, я прям не знаю. Но оно того не стоит. Ну что, давай, поехали еще разочек, наверное, с вами сыграем этим отрядом, а потом я, наверное, возьму гайку. Это в данный момент мои две любимые комбинации. Раньше у меня был еще любимый Стефан Пышка, но почему-то его в данный момент очень быстро заваливают. Ох ты! Сразу скажу, ребята, в данный момент, в данной ситуации нам нужно ликвидировать гробовщика. Почему его? Потому что кого бы мы здесь с вами не убивали, он будет его воскрешать. То есть постоянно будет его воскрешать. Надеюсь, вам всем понятно, да? О, ребят, он первого уровня. То есть, соответственно, очень ватненьким будет. Но при этом, что он первого уровня, у него очень много хп. Странно. Ну что, кто сейчас будет? Сейчас будет, наверное, полицейский лютовать. Естественно, ему не нравится мой Тейлор. Это и понятное дело. Я этому не удивлен даже. Так, погнали дальше пробивать. ...194 хп, то есть на следующий ход моя деп его убивает. У него ульта копится. У него копится ульта. Будет бросать наручники, это я вам точно говорю. Или стрелять этим чувачком. Поехали. Добивочный будет, короче, у нас по гробовщику. Ну давай, 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 деп. Уничтожим. Есть, хорошо, великолепно. И один удар есть. Давайте вот на полицейского. Ну что же, смотрим, что он сейчас будет применять. Наверняка стрелять этим. А нет, все-таки бросает наручники. Только не... Самое главное, чтобы не на Стефана. Там 4, по-моему, хода откат. Оу, парнишка! Черт, я думал, что мой этот выжил все-таки. Нет, не выжил, к сожалению. Ну что ж, погнали. Вся надежда на деп, ребята. На ее супер-пупер выстрел и так далее. 249 здоровья. О-оу. Что будет делать? Все-таки в деп стреляет. Ну вы поняли, да, что деп погибнет. И останется у нас Стефана. Стефана здесь один должен, в принципе, все разрулить. Надеюсь, хотя он тот хорек очень много здоровья имеет. Ага, все, полицейскому каюк. Слушай, но есть шансы. Сейчас он будет делать залп выстрелов, соответственно, задевая Стефана при этом. А нам это только на руку. Так, 2. У него 5, по-моему, выстрелов. Это 3. 4. Блин, убивает деп. Он убивает мне, ребята, деп.
Хреново. Погнали. Раз, два, три. Ну, у него накапливается ульта. Он, конечно же, сейчас ее бомбанет. Потом два выстрела сверху сделает. Мы в неуязвимости, просто полный расстрел будет. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, ты понял, да, парень, что ты... Все, ты уже труп. Ой, ой, ну давай еще выстрел сделай мне, пожалуйста. Смотри, сколько я сейчас буду у него отнимать здоровья. Посмотри, у меня здоровья сколько, да? Теперь смотри, сколько я от него отнимаю. Раз. Два. Все, на следующем ходу он просто... Просто отдупляется. Так что, Фарзам Пардончи, не удался твой фокус. Надо было тебе не Деп убивать и не Тейлора, а именно Стефана. Вот твоя, братишка, ошибка. Да-да-да-да-да. Ну все, отстрелялся? Отстрелялся? Ну хорош, успокойся. Иди остынь. Сейчас вот как раз мы как раз, ребят, на кладбище. Мы его туда сейчас и отправим. Он как раз ямка для него и вырота. Пока, парень. Ну что ж, дорогие друзья, вот как-то так, как-то так. В общем, две любимые мои комбинации до сих пор играют, так что все хорошо. Ну, а мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. Да хорош. Хотя, знаете что, ребята, давайте-ка мы с вами поиграем до боевого сундука. Да, я решил до боевого сундука. Тут всего лишь надо две, ну, как сказать, два убийства сделать. Так, давай посмотрим битва и, наверное, мы... А ничего не будем менять. Дойдем этой командой. Хотя можно было бы и гайку поставить. Но если гайку ставить, ребят, то вместо обязательно Стефана. И вы помните, да, комбинацию щит, комбинация ответный удар от деп. И вот в таком порядке. И Тейлор идет как у нас для прикрытия. Не только прикрывать, он дает возможность врагу промахиваться. Оу, а вот это вот плохо, ребятулечки. Вот это плохо. Добро пожаловать. Это кто? Опять арабы, наверное, пишут. Ну да, именно они. Почему комбинация вот эта плоха? Ребят, вот этот вот доктор, который хиляет, у него ульта, она воскрешает любого павшего воина. То есть мертвого воина полностью воскрешает. Ты смотри, что он делает. Ты смотри, как он лютует. Фрэнк пышкает, конечно, вам не шуточки. Серьезно вам говорю. Ну что же, на следующем ходу доктора не станет. Добьет его именно деп. Ну, пышка нас тут, конечно. Ага. Вот так вот он делает. Ладно. Ну что, деп, пора нам с тобой поработать. Ликвидируем с тобой вот этого вот хорька. Он тут что-то не в тему, а? Вот так. Замечательно. Ну что же, и теперь надо вот этого парнишку нам тоже... Сейчас ульта накопится у него, да? Бросает наручники. Он не будет брать провокацию, он будет бросать наручники. Что? А, ну вот, все правильно. Оу, да он еще и промахнулся ультой. Ребята, или не промахнулся, по крайней мере, мало здоровья отнял. Поехали, наказываем его. Будем наказывать и делать это будем вот так. Ну, в кого ты будешь бомбить? В Стефана? Давай в Стефана. Нет, он бомбит в деп. Почему по Тейлору не попал, а, гад? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай дальше бомбить. Так. Так. И вот так. Ну что? Пышка будет сейчас делать двойной выстрел. Мощный двойной выстрел. Угу. И зачем? Зачем ты это сделал? Все. Тебе не свезло, парнишка. Ты не смог добить. А я-то смогу. Я-то смогу. Ребята, 4 стака — это очень большой шанс на промахивание. Тем более у Фрэнка. Даже несмотря на то, что он сейчас будет применять свою ярость. Неужели в деп будет бомбить? Слушай, ну это же вообще великолепно. Это просто великолепно. Смотри, что мы с вами будем делать. Поехали. Естественно, он будет сейчас применять неуязвимость, ребята. Это я вам по секрету говорю. Смотрите. Ай, дурила. Ой, дурила. Ну ты же знаешь, что я сейчас то же самое сделаю, а? Ну ты же знаешь, это прекрасно. На что ты вообще рассчитывал, а, парень? На что, я не знаю. Ну да, убьет он мне сейчас деп, я не спорю.
Ну а дальше-то что? Дальше-то все. Каюк тебе. Ну давай, давай, еще залпик сделай. Все? Приплыли? Ладно, пышка, не переживай. В следующий раз тебе повезет. Да, ребята, мы с вами зарабатываем сундук. И будем его, естественно, открывать. Так, тын-дын-дынс. И смотрим, что нам отсюда выпадет. Ну, во-первых, неплохо. Голды 1000 есть. Нам нужно с вами что-то там прапать. Так, это мы посмотрим обязательно. Давай посмотрим, что здесь. О, щит для гайки. Это хорошо. Фрэнка Соло. Так, это для полицейского. И для мясника. То есть меня здесь порадует только, ребята, щит. Ну и 10 самоцветов. Это тоже, кстати, неплохо. Так, что нам в магазине что-то показывает, что мы можем с вами приобрести? Да не буду я это приобретать. Мне... Кстати, мы можем с вами прапать у Деп выстрел. Или я путаю? Сейчас проверим. Сейчас я проверю. Ах, нет, мы не выстрел, мы прикрытие можем прапать. А у Стефана массовая стрельба. Угу. Так, я думаю, что нам все-таки... Давай-ка вот это. Вот этот вот, ребята, выстрел, вы должны знать, очень хорошо работает именно с гайкой. Именно в паре с ней у нас очень хорошо все это срабатывает. Поэтому я прокачал это. Конечно, в следующий раз я прокачаю у Стефана массовую стрельбу. Пышка, конечно, пышка меня подводит. Ему бы 10 уровень вот этой вот массухи был вообще великолепно. Или 10 уровень одиночной стрельбы, но которая с каждым выстрелом все больше и больше наносит урона. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Я буду закругляться. Вы мне напишите, если у кого-то уже есть именно тот персонаж, про которого я говорил, про самурая. Мне очень хочется узнать, что он делает, как он делает, как он в боевке, против кого хорош, против кого плох. Пока я его не получил сам, ребят, никакой информации я вам дать не могу. По чужим видосикам, ребят, я не лазю и не смотрю, кто там как играет. Так что жду от вас комментариев. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.